Роднит он магнит красотой своей, многоцветием культуры сверкая. У меня есть еще пакет. Праздник Шандыбан сегодня будет. Лучик солнца называется. Вот, собрались вместе культурно отметить это мероприятие с комитетом информатизации связи. За оружие противников, это все запрещено. Можно только поражать с маркера на расстоянии. Поэтому очень внимательно соблюдайте за этими правилами безопасности. Это в первую очередь для вашей безопасности, поэтому будьте очень внимательны. К сожалению, уже были несчастные случаи, поэтому это кажется безобидным. Может быть, что вы хватаете кого-то за оружие или что-то еще, толкаете, пинаете, но закончится может очень печально. Поэтому особо это подчеркиваю, чтобы не было неприятностей, будьте крайне внимательны, осторожны. В принципе, если смотреть под ноги, ничего страшного не произойдет, голову глазным шариком двигать не получится или зубы. Поэтому будьте внимательны. Значит, теперь, собственно, по стрельбе. Всем выдадим оружие, такое вот лазерное, и на голову каждому игроку наденем датчики, такие поражения. При стрельбе нужно целиться примерно в тело, грудная мишень, так называемая, зона поражения. Ну, лучше раз бросок, чтобы вы смогли уйти, спрятаться с линии огня. В принципе, реально вынести человека, если он не ушел с линии огня, с магазина, с одного магазина. Данный сигнал обозначает звук смерти. Когда вы его слышите, у вас оружие автоматически отключилось. Свет. Смысла на игровом поле находиться нет. Вы идете на базу с грустными лицами, оттуда, откуда начинали игру. Там, в зависимости от сценария, вас либо возрождают, либо вы дожидаетесь окончания сценария. Надо пойти, Коль, пойди сфоткай их, пожалуйста. Как они там одеваются. Смотри, вот сюда и вот сюда. Это Наташка. Самые маленькие. Сфоткай, как они там одеваются, все это. Команда. Все. А, нет, Саша еще хотел сказать девочки. Давайте так пока. Какой? Не знаю, он тебе синий расскажет. Посредники расскажут. А что, в захват флага? При этом флаг может носить только живой игрок, поэтому если вас убивают, вы флагом бросаете его на место, где вас убили. Обращайтесь на базу для оживления. Вот сюда вот подходите, через минуту я вас буду оживлять. И, соответственно, команда, которая оба флага окажется на базе первой. Патронов сколько стоит? Убийство, он такой длинный. Есть короткие ранения. И длинный он это смерть.
Мертвый флагом бежать не может. Если вас убивают флагом, вы бросаете флаг на том месте, где вас убили. Ну, или так, из последних сил, да, можно. Так, у меня все зарядилось, что ли? Все. Вон горит. Воздух попробуй. Все. Ждем свистка. Начинаем. На сколько территория? Так, ну что? Территория. Там, туда далеко бежать не, в принципе, некуда. Там забор будет, вот. Наша задача их флаг забрать. Иди сюда. Да ваша, наша. Начали. Начали. Ваша задача никому не дать флаг взять. Понятно, я это спросила. Я выйти не успел.
участники команды ТФИ, которые заняли тогда почетное 4-е место. Дальше давай. Игорь Валентинович. Да. Мы очень старались. У вас очень все хорошо получилось. Мы видели количество грибов, которые вы подаете. Да-да-да. Там такие грибы растут. И грузди в том числе. Ура! Александр Васильевич, вы были недалеки от победы и ваша команда, но, к сожалению, вы не дотянули, поэтому получаете почетное второе место. Ну и... Людмила Михайловна собрала всех воинских. Великолепно! Да, ура! Поздравляем! Ну, в принципе, как и положено, самая военизированная структура, в общем-то, доказала то, что она, в общем-то, имеет отношение к тем самым органам, которые защищают, нападают, обороняют и умеют это делать. Ура! Ура! Но остальное было делом техники. Отработал проектный офис. Нет, ну спасибо большое, Антон, спасибо. Ура! Потому что тогда пока не разбежались, и есть последние туда... Еще по 500 рублей, кажется, скидывать. Нет, есть небольшой нюанс. Сюда мы приехали на автобусе, который нас привез, он уехал. Автобус, который будет обратно, будет... Нет, это гораздо лучше, чем мы думали. Обратно автобус приходит в 5 часов. Он будет стоять на стоянке. Это событие. Рома Полшит с понедельника, к сожалению...